Всем опять привет, я в такси, еду уже назад. Вот, попросил его, водителя, выключить музыку, а то у него тут на... Сниму, раз без самоката, но я вам обещал, сниму вам этот город, видео. Как там этот город называется? Потом напишу, я уже забыл. На С там что-то. Ну, в общем, мой вывод, знаете какой? Если жить не в Майами, а если жить вот в таких вот городках, типа как Нейплс или вот здесь, то здесь, конечно, нету ни нищих, никакой криминальной обстановки. Здесь все очень круто, но цены здесь, поэтому нам это не светит. Но если я попадаю, ну что ж, он показывает одни кусты. Давайте я паузу сделаю. Или с другой стороны. Проезжаем сейчас мы через мост, то есть там такой как бы типа остров, полуостров. Ну вот. Что Флорида на пенсии самое то. Надо стремиться. Может, мы с Катькой, если что-то там случится и в Россию не уедем, может, мы где-нибудь здесь будем зимовать. Хотя лучше где-нибудь под Питером. Или... Да нет, там погода плохая. Нет, лучше в этом. На Кубани где-то, в Краснодарском крае. Там погода хорошая. Что-то там яхта чья-то валялась. Может, шторм был. Краснодарский край надо ехать. Мир мы уже посмотрели. Особенно я. Все заснял, даже для правнуков. Видео отчеты для правнуков. Правнуки скажут, дедушка был блогером, он нам все показал. Дедушка, а прадедушка. Когда я был маленький, у меня был прадедушка. Нет, прабабушка. Я называл ее бабушка Па. Прабабушка. Прабабушка тоже долго прожила. Бабушка вот у меня тут вот долго живет. Может, я тоже? Долгожитель. Continúa derecho en la rotonda hacia North Tamiami Trail. Вот один из таких вот я думал брать в аренду, но фиг с ним. В следующий раз. Ребята, я ж не последний раз, надеюсь, я сюда приезжаю. Я вообще планирую всю зиму сюда ездить. Так что придется брать с собой и плавки, и теплую куртку с шапкой и рукавицами для Канады. Я сам сейчас еду и думаю, что это там, квартиры там, наверное.
Этого спросить невозможно, потому что он не говорит по-английски. Continúa derecho en la rotonda hacia North Miami Trail. А, это вот дом престарелых. Тут так написано, Senior Community. Может быть, тут тоже. Причем для стариков с деньгами, для того, чтобы все их жизненные накопления здесь оставить, это как раз подходящее место. Я воспитан по-другому. Я сомневаюсь, что я, например, скажу Кате: Катя, давай-ка мы продадим дом, купим какую-нибудь, не знаю, маленькую какую-то квартирку в Монреале и какую-то, например, квартирку во Флориде. Будем разницу, если она будет прожирать, чтобы детям ничего не осталось. Я не такой. Поэтому буду наслаждаться Флоридой на работе. А что ждать до пенсии? Видите, какой блогер Бен хитрожопый. Еще не на пенсии, а уже во Флориде отдыхает. Зимой. Да, я с вами согласен. Я все-таки в Израиле жил. Вкушал пищу, воду, дышал воздухом. Ну вот как-то нахватался. Созрела идея бизнеса. Вместе с машинами вот я могу и, так скажем, автобусные туры, вот людей можно разместить в машинах там, по 4 места на каждого, вот. Ну либо кто заплатит больше, можно комфорт, то есть одна машина на человека, 8 человек могу отвезти, да. Спать мы вот прямо на задних сиденьях. В общем, спать это они там как сами пусть как хотят. Как вам такая идея? Видите? Это тоже, наверное, последствия 10 лет в Израиле. Хотя, с другой стороны, говорят, там, где хохол прошел, там трем евреям делать нечего. Но я-то все-таки с Харькова. Русский. Ну, мы с Жириновским, мы все русские. Он русский, я русский. Русский – это состояние души. А так ты можешь быть любой национальности. Хоть бурят. Видели это видео? Там было в ТикТоке. По-моему, как раз буряты. Мама спрашивает у девочки маленькой: «Ты кто?» Она говорит: «Ты русская». Она говорит: «Какая ты русская? Ты ж бурятка». «Нет, я русская». Видите, это состояние души. Устами младенца глаголит истина. Гостиницы тут какие-то все маленькие, видите? Я думал, будет какая-то повыше. Тут даже day-in мелкие. Ну, меня устраивает. Не, ну на самокате тут долго ехать, ребята. Даже если бы я взял с собой, я бы замучился долго. $18 в одну сторону, $22 в другую, то есть, так скажем, $20 туда и назад.
не имея долгов, я могу себе позволить. Вот здесь такое впечатление, что есть автобусная остановка, и вон на столбе камера красного света. Если на красный свет проезжаешь, придет тебе письмо счастья. Знает каналы с разных других стран, где бы вот так вот, как я или как другие блогеры, которые в Канаде и в Америке снимают что-нибудь там про Японию, прям так мне не надо, мне надо вот такое по-простому, такие репортажи человеческие, так вот с машины где-нибудь в Южной Америке что-нибудь. Я такое люблю, мне самому нравится. Если кто-то знает, то напишите мне ссылку. В комментариях ссылки появляются только если я их пропускаю, то есть я однозначно увижу. Некоторые ссылки у меня почему-то не открываются, поэтому если они не открываются, то я их не одобряю. Ну или если я смотрю, что там как бы особого смысла в этой ссылке нет, то тогда я тоже могу ее отклонить, поэтому без обид. Но так ссылки я вижу. Снимал, я думаю, что вам есть что посмотреть. Обсуждайте. Спасибо, что смотрите. Спасибо за хорошие отношения. Всем пока.